Волонтеры торгово-промышленной палаты и регионального проекта «Мы вместе» накануне поздравили с праздником жителей республики, находящихся на самоизоляции. Добровольцы доставили пожилым и маломобильным гражданам, а также многодетным и малообеспеченным семьям продуктовые наборы. В их составе крупы, сахар, растительное масло, чай и конфеты. Все продукты местных производителей. Всего волонтеры развезли более 100 продуктовых наборов. Списки многодетных и малообеспеченных семей волонтерам предоставил республиканский ресурсный центр «Семья». Колл-центр проекта «Мы вместе» возобновил свою работу в октябре. Специалисты принимают звонки на горячую линию от жителей, вынужденных оставаться дома и ограничить контакты в период распространения коронавирусной инфекции.